Саламатсыңар бұл балдар. Бүгінгі сабақты баштайлы. Бүгін қырғыз тілі сабағы. Қырғыз тілі сабағы бойынша бұл шеректі бірінші сабақ. Азыр біздерменен сабақтарымызды сабағызды баштайлық. Біздің бүгінгі тема Манас эпосы. Китебиңерді ачқыла, дептеріңерді алқыла. Бүгінгі бізден темамыз үшінші бетте Манас эпосы. Так, сабағыңыздың аты Манас. Бүгінгі сабақтың мақсаттарына кірелік. Бірінші мақсатымыз білім берушілік мақсат. Оқушылар Манас бойынша білішет. Манас эпосы жана Манастың жеті осыяты бойынша маалымат алышат. Эпостағы туулар, алардың бөліктері жана түстері бойынша білім алышат. Манасқа сіңкірген түз алышат. Екінші мақсатыбыз өнүктүрүүчүлүк мақсат. Тема арқылы қиялданысу, элестетүүсү, еске сактоосу, сөз байлығы, кеп маданияттуулугу, кыргыз тилинде болгон сүйүүсү калыптанат. Саламатсыңарбы балдар. Үчүнчү максатыбыз тарбиялык максат. Манас атанын сапаттарына өзүнө алып, патриоттулукка, ынтымактуулукка, достукка, намыстуулукка, табият менен таттуу мамиледе болууга тарбияланышат. Ар бир сабактын астында силер менен фонетикалык көнүгүү жүргүзөбүз. Силер менен артыман кайталагыла, слушайте и произносите. Дүйшөмбү, дүйнөлүк, күзүндө, байрак, бөлүктөрү, туу, желек, күн. Дагы бир жолу кайталайын. Мен менен кошо айтышыңар керек. Слушайте и произносите. Дүйшөмбү, дүйнөлүк, күзүндө, байрак, бөлүктөрү, туу, желек, күн. Экинчи фонетикалык көнүгү. Так, тон, тоң, дене, дениз, чана, чаң, эне, эң, эле, он, оң, кенен, кенеш. Здесь мы сравниваем произношение «н» и «н». Так, бүгінгі біздің темамыз Манас эпосындағы жоокечилик туулары. Мы все знаем, что в эпосе Манас большое внимание уделяется флагам или знаменам предводителей, да? Манас эпосындағы туулар, алардың бөліктері жана түстері. Манас эпосында мамлекеттік биліктен негізге символдарының бірі олғын туу өзгөчө көркөм сүрөттөлгөн. Ар бир колбашчынын туусу болгон. То есть у каждого предводителя было свое знамя. Туу колбашчынын бийлигинин белгисин, ошондой эле анын даңкынын жана ар намысынын символун түзгөн. Бул сүрөт силердин китебиңерде сегизинчи бетте. Азыр ушул ар бир бөлүгү боюнча силер менен аңгемелешебиз. Так, туу төрт бөлүктөн турган. Биринчиси бул байрак, курмандыкка чалынган жылкынын куйругунан жасалган. Экинчи бөлүгү сүрөттү карасаңар жакшылап, наконечник, да? Желек алтындан, жезден же башка металдан жасалып, туунун учуна ашталуучу учтук түсү сары. Үчүнчү бөлүк сүрөттү внимательно смотрим рисунок и работаем по этим частям знамени. Үчүнчүсү бул асаба. Асаба это полотнище флага, да? Асаба кездемеден жасалып, төрт түскө боелгон. Биринчи түс көк, теңирдин, асмандын түсү. Ак, ыйык түс. Көк жашыл, чөптүн түсү, көктөн. Кара, аза бүтүнүн белгиси болчу. Төртүнчү бөлүгү бул туунун сабы, жыгачтан жасалган түсү кызыл.
Вот по первой части, да, байрак. Байрахту Найза или пика с бунчуком. Вот у вас на рисунке это первая часть. Бунчук – это была короткая древка с привязанным конским хвостом как символ власти. Так, экинчисе, джилек. Выпаси этот наконечник флагштока. Учинчубелюгу был особа, полотнище флага был четырех цветов. Голубой цвет неба поднебесной, зеленый цвет зелени вселенной. Вот сейчас мы в кыргызском варианте все это рассматривали, да? Белый цвет чистоты и черный цвет траура. По этим частям знамени мы с вами еще, я вам дам задание. Следующий текст у нас «Манас эпосы кыргызельны энциклопедиясы». Я вам буду читать текст, переводить и по тексту задавать вопросы. «Манас эпосы кыргызельны энциклопедиясы». Фольклор «Джирманчы кылымгачейн кыргызельнин коомдук аңсезимин, көз караштарын, эстетикалык тажрыйбасын, туюнтунун негизги каражаты жана ыкмасы болгон. Фольклор түшүнүгү англис тилинен которгондо элдин үнү дегенди түшүндүрөт. Кыргыз элинин эпикалык мурасы өтө зор. Эпикалык поэмаларда кыргыздардын улуттук жашоо образы, үрп адаттары, адеп ахлагы, социалдык жана үй-бүлөлүк уклады, педагогикалык тажрыйбасы, медициналык таанып билүүсү, диний көз караштары, байланыштары туюнтулган. 1861 жылы Орус географиялык коомунун жазууларына Чокан Валихановдун Джунгария очерктери жарыяланган. Анда Чокан Валихановдун Джунгария, башкача айтканда Жетисуу, Или аймагы жана Ысык-Көл боюнча бардык саякатынын материалдары бириктирилген. Белгилүү тюрколог, этнограф жана археолог Радлов эпостун кыскартылган вариантын жазып, аны 1885 жылы кыргыз, орус жана немис тилдеринде чыгарган. Манас бул чынында эле кыргыздардын узак мезгилдер бою тарыхый өнүгүшүнүн энциклопедиясы. Манас океан эпос деп жазган Чыңгыз Айтматов. Белгилүү илимпоз, педагог-академик Волков Манас эпосун кыргыз элинин педагогикалык ойлорунун энциклопедиясы деп айткан. Так, текст боюнча жаңы сөздөр бизге кездешкен. Аң-сезим, сознание, көз караштары, взгляды, тажрыйба, опыт, мурас, наследие, үрп-адаттары, обычаи, традиции, адеп-ахлагы, мораль, этика, таанып, билүү, восприятие, саякат, путешествие, ыкма, метод. Я произнесу, вы еще раз внимательно прослушайте произношение. Аң-сезим, көз караштары, тажрыйба, мурас, үрп-адаттары, адеп-ахлагы, таанып билүү, саякат, ыкма. Сейчас мы с вами должны перевести текст. Фольклор жырманчы кылымга чейин кыргыз элинин коомдук аң-сезимин, көз караштарын, эстетикалык тажрыйбасын туюнтуунун негизги каражаты жана ыкмасы болгон. Фольклор или устное народное творчество до 20 века был одним из источников познания, сознания, взглядов, эстетического опыта кыргызского народа. Фольклор түшүнүгү англис тилинен которгондо элдин үнү дегенди түшүндүрөт. Фольклор с английского языка переводится как голос народа. Кыргыз элинин эпикалык мурасы өтө зор. Эпическое наследие кыргызского народа очень велико, да? Или имеет большую роль. Эпикалык поэмаларда
кыргыздардын улуттук жашоо образы, үрп-адаттары, адеп-ахлагы, социалдык жана үй-бүлөлүк уклады, педагогикалык тажрыйбасы, медициналык таанып билүүсү, диний көз караштары, байланыштары туюнтулган. В эпических произведениях или в эпических поэмах отражены, так, Никита, правильно, фольклор до 20 века, это вы первое предложение, да, переводите? Вот сейчас мы с вами переводим последнее предложение в абзаце. В эпических произведениях что были отражены? Национальный образ жизни, традиции, да? Социальный и семейный уклад жизни, педагогический опыт, медицинские знания и религиозные воззрения народа. Так. 1861 жылы орус географиялык комунун жазууларына Чокан Валихановтын «Жунгария очерктери» жарыяланган. Еще в 1861 году в русском географическом обществе или в источниках русского географического общества были очерки Чокана Валиханова, как очерки Жунгарии. Да? Анда Чокан Валихановтын Жунгария, башкача айтканда Жетису или аймагы жана Ысык-Көл боюнча бардык саякатын материалдары бириктирилген. Как раз в этих очерках были соединены все материалы о чем? О Жетису или об округе Или, да? Белгилүү тюрколог, этнограф жана археолог Радлов эпостун кыскартылган вариантын жазып, аны 1885 жылы кыргыз, орус жана немис тилдеринде чыгарган. Так, переводим. Известный тюрколог, этнограф, археолог Радлов написал краткий вариант эпоса и издал в 1885 году на кыргызском, русском и немецком языках. Манас бул чынында эле кыргыздардын узак мезгилдер бою тарыхы өнүгүшүнүн энциклопедиясы. Манас является действительно исторической энциклопедией того времени. Манас океан эпос деп жазган Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов, так, правильно, Никита, в 1861 году Чокан Валиханов, правильно, правильно, Никита. Так, Манас океан эпос деп жазган Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов как характеризовал эпос? Манас эпос, Манас океан, да? Белгилүү илимпоз, педагог, академик Волков Манас эпосун кыргыз элинин педагогикалык ойлорунун энциклопедиясы деп жазган. Педагог, академик Волков как характеризовал эпос Манас? Эпос Манас является педагогической энциклопедией кыргызского народа. Сегодня наши 10 классы не хотят работать, не выходят на связь. Все работаем вместе. Так, текст боюнча суроолор бар. Суроолорго жооп беребиз. Отвечаем на вопросы по тексту. Фольклор деген түшүнүк кайсы тилден кирген? Фольклор деген түшүнүк кайсы тилден кирген? С какого языка? Правильно, Никита. Так, отвечаем на вопросы. Фольклор деген түшүнүк кайсы тилден кирген? Англис тилинен кирген. Тура, молодец. Азамат. Эпикалык поэмаларда эмнелер чагылдырылган? Эпикалык поэмаларда эмнелер чагылдырылган? В эпических поэмах о чем говорилось или что было отражено в эпических произведениях? Сейчас только мы с вами говорили. Образ жизни, семейный уклад. Так, кыргызча айтабыз. Эпикалык поэмаларда эмнелер чагылдырылган? Кыргыз элинин тагдыры. Туура. Так, Манас эпосун кайсы окумуштуулар изилдешкен? Манас эпосун кайсы окумуштуулар изилдешкен? По тексту, да?
исследователей очень много по эпосу Манас, но мы с вами в этом тексте узнали, что по эпосу Манас, Манас эпосын кайсы окумуштулар изилдешкен. Чокан Валиханов, Айгерим Тура, Джана Радлов Тура. Так, төртінші сұрақ. Чыңғыз Айтматов Манас эпосы бойынша айтқан цитатасы. Чыңғыз Айтматов. Тура, тура, Никита. Чыңғыз Айтматов Манас эпосы бойынша айтқан цитатасы. Текст бойынша. Манас океан, тура Манас эпос. Азаматсыңар. Так. Ушул текстер бойынша жаңы сөздерді үйден жаттайсыңар. Дептеріңерге жазу алғыла. Да? Аңсезим, көз қараштары, тәжірибе, мұрас, үрп адаттары, адеп ахлағы, танып білу, саяхат, ықма. И составите предложение ушул жаңы сөздерменен жаңы сөйлемдерді түзіп келесіңер. Кейінгі үйге тапшырма Манастың жеті осыятын жатто. Манастың жеті осыяты сілердің китебіңерде 4-ші, 5-ші, жана 6-ші беттерде бар. Так, Эми. Хорошо, Салтанат, куда вам отправить презентацию? Так. Эми ушул Манас эпос боюнча. Кичинекей ролик бар, ушул роликти карап. Так, хорошо, Салтанат, отправлю. Так, вот сейчас мы с вами просмотрим ролик по эпосу Манас. Домашнее задание – выучить семь заветов Манаса и с новыми словами составить предложение. Жан сөздерменен сөйлемдерді түзіп келесіңер. Азыр эпос бойынша, Манас эпос бойынша роликті. Хорошо, я вам сейчас классному руководителю Асхатбек отправлю электронную почту. Так, Айгерим, электронную почту я отправлю вашему классному руководителю. Манас есть энциклопедическое собрание всех киргизских мифов, сказок, преданий, приведенных к одному времени и сгруппированных около одного лица богатыря Манаса. Это нечто вроде степной Илиады. Образ жизни, обычаи, нравы, география, религиозное и медицинское познание киргизов и международные отношения их нашли себе выражение в этой огромной эпопее. Чохан Валиханов. Манас – крупнейший в мире эпос, великое достояние кыргызского народа. Он включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в книгу рекордов Гиннесса как самый большой эпос в мире. Впервые упоминание об эпосе относится к XVI веку. Они содержатся в полуфантастическом сочинении «Наджмо ат-Тавих», где Манас показан как историческое лицо. Эпос Манас относится к развитой классической форме героического сказания. Огромную роль в культурной жизни кыргызов играло устное народное творчество, вершины которого следует считать всемирно известный эпос Манас. Фольклор кыргызов является многожанровым, среди которых эпос Манас играет выдающуюся роль. Он состоит из нескольких сот тысяч стихотворных строк и превосходит по объему все известные эпические произведения мира. Развитие эпоса привело к генеалогической цивилизации и появились продолжения эпоса. Манас многословен. Традиционный текст его, дошедший до наших дней, претерпел в процессе бытования немало изменений. В широком значении слова «Манас» представлять трилогии фольклорного произведения. Это эпосы «Манас», «Семетей», «Сейдек». «Манас»
исполняется сказителями Манасчи. Некоторые из Манасчи рассказывали сказания и о потомках Сейтека. Эпос Манас в течение многих времен жил в устном виде и сохранился до наших дней. И она в это время превратилась в объемную эпопею. В этом есть большая заслуга Манасчи. Создатели эпоса – те, которые предавали великое достояние из уст в уста. Благодаря сказителям создавались варианты произведения. На сегодняшний день известны более 100 вариантов эпоса. Традиция возводит возникновение эпоса в легендарной эпохе, называя первым исполнителем соратника самого Манаса Ирчи-Ула, сына Ирамана, воспевшего подвиги героя на его похоронах. Подававшие же в народе отдельно песни плачи, согласно некоторым исследованиям, объединил в один эпос легендарный певец Тухтогул. Известны и другие сказители, а также имена множества манасчи 19 века, чье творчество не было записано. В Кыргызстане классическими вариантами принято считать версии Сагынбай Орозбакова, от которого исследователи записали 1920-е годы. Только час собственно о Манасе около 179 тысяч строк и Саякбай Агарлаева. От него была записана вся трилогия 500 тысяч строк. Если бы меня спросили, кого я знаю из великих людей своего народа, я, пожалуй, первым назвал бы Саякбая Агарлаева. Пока не пою ко времени, имею в виду суть человеческого пребывания на земле. И хотя само время неизмеримо и не может быть остановлено ни на мгновение, фотография, кинопленка все же как бы останавливает его, запечатлевая для нас и потомков наших образ времени. Жакшы балдар, тапшырма боюнча ар бир сөз боюнча сүйлөмдөрдү түзүп келесиңер. Сабак боюнча кандай суроолор бар?